Здравствуйте, коллеги. Тема нашей сегодняшней лекции – мультипольное излучение. То есть мы в прошлые две лекции рассматривали свободное электромагнитное поле, как бегают в пространстве электромагнитные волны уже после того, как они отделились от источника, в той области, где никаких источников, ни зарядов, ни токов нет. А теперь мы займемся вопросом о том, как эти волны излучаются. С позапрошлой лекции нам тоже некоторые факты потребуются. Значит, мы будем рассматривать какую-то небольшую область, поперечный размер которой А, и вот это А много меньше, чем лямбда. Чем длина волны, то есть 2π на омега. То есть у нас источник зависит от времени, есть характерное время, а так и на c еще. Есть характерное время, ну, умножаем его на скорость света, получаем характерное расстояние, это будет длина волны типичная. Тут не обязательно монохроматический источник, но у него есть некая типичная длина волны. И вот размер источника много меньше, чем лямбда. А смотреть мы где-то внутри источника наше начало координат. И где-то далеко-далеко от источника у нас стоит антенка. Прибор, который измеряет наши поля. И вот, так, извините, не в ту сторону написано, да, в ту сторону. А много меньше лямбда, а лямбда, в свою очередь, много меньше, чем расстояние до приемника. На прошлых лекциях мы установили, что электромагнитные волны бегают прямолинейно. И, соответственно, мы можем заранее сказать, что там, где расположен наш источник, в какой-то малой области, какая-то область размера B, B много меньше тоже, чем R, и много больше, чем лямбда. Что вот в этой малой области у нас волна будет бежать в направлении R, потому что источник около начала координат. Других источников мы считаем, что нет. И в этой достаточно малой области у нас волна близка к плоской. На семинарах мы уже успели рассмотреть задачу про излучение колеблющегося диполя. И там мы этот вопрос обсуждали. Что вот если у нас ограниченная по размеру область достаточно далеко от диполя, то в этой области волна, чем дальше эта область от начала координат, тем ближе, с большей точностью волну там можно считать плоской. Здесь будет так же. Это нам облегчает жизнь. Хотя бы потому, что, вот как мы знаем, магнитное поле – это ротор векторного потенциала. Электрическое поле – это минус единица на c dφ по dt минус, так, да, по dt, извините, минус градиент φ. И чтобы посчитать магнитное поле, нам нужен только векторный потенциал. Чтобы посчитать электрический, нужны и векторные, и скалярные потенциалы. Ну вот на примере плоской волны мы убеждались, что можно избавиться, например, от скалярного потенциала, считать все через векторный. Или можно в плоской волне, у нас же есть соотношение, что E и B в волновой зоне по модулю равны,
b волновое по модулю равно e волновое по модулю в каждой точке. Ну и кроме того, e волновое перпендикулярно b волновое перпендикулярно n. N задает направление распространения волны. В нашем случае это r поделить на модуль r. Ну, снова перпендикулярно e. И EBN это правая тройка. И в силу этого мы записывали, как B можно выразить через E. В волновой зоне вот векторным произведением на единичный вектор. А можно и наоборот E выразить через B. Только тоже умножением на единичный вектор n, только с другой стороны. Потому что здесь нам надо повернуть вокруг вектора n по часовой стрелке, а здесь против. И вот этой формулой мы воспользуемся. В волновой зоне, подчеркиваю. В ближней зоне она не работает, но нас интересует сейчас только волновая зона. Потому что мы можем... Потому что это нам облегчает жизнь, нам достаточно посчитать векторный потенциал. Скалярный не считаем. Из векторного получаем b, поворачиваем с помощью вот этой формулы b на 90 градусов против часовой стрелки, ну, по левому винту вокруг вектора n. И получаем поле E, волновую часть поля E, но она-то нам и нужна. В принципе, в том, чтобы выписывать скалярный потенциал, ничего сложного нет, но это несколько сократит нам выкладки. Итак, откуда будем брать векторный потенциал? Векторный потенциал, ну, как всегда, будем писать как запаздывающие потенциалы. Вот запаздывающий векторный потенциал. Интеграл g точки r маленькая в момент времени t минус r большое минус r маленькая по модулю поделить на c. Поделить на c r d3 r маленькая. Обычное запаздывание, которое соответствует тому, чтобы сигнал к моменту времени t из точки r маленькая успел до точки r большое добежать со скорости света. Нас интересует волновая часть потенциала. То есть нас интересуют вот большие r. Соответственно, с учетом того... Ой, извините, тут знаменатель r большое минус r маленькое. Соответственно, раз нас интересуют большие r, то в первом приближении знаменатель можно разложить единицу на знаменатель в ряд и оставить только то слагаемое, которое обратно пропорционально r. Это вот в силу того, что a много меньше, чем r. А интегрирование у нас идет, что r меньше a по модулю. Так, в принципе, можно было бы вот этот ряд разложения единицы на r большое минус r маленькое продолжить. И в электростатике мы так делали. Сейчас это делать неинтересно. Почему это нам неинтересно делать? Ну, потому что если у нас идет сферическая волна, то то радиус сферы растет как r, ее площадь как r в квадрате. Соответственно, плотность потока энергии как единица на r в квадрате должна спадать. А стало быть, поскольку плотность потока квадратична по полям, поля должны спадать как единица на r. Если мы возьмем здесь дальше члены, которые единица на r в квадрате и единица на r в кубе, то они будут слишком быстро спадать с расстоянием.
в волновой зоне ими можно будет пренебречь. Поэтому знаменатели R большим я пренебрегаю, R маленьким я пренебрегаю. Это относится вот даже не то, что... Да, это можно еще добавить, что лямбда много больше R, много меньше R. То есть то, что A много меньше R, позволяет нам сделать разложение. А то, что лямбда тоже много меньше R, позволяет нам из этого разложения, то, что мы в волновой зоне, оставить только член нулевого порядка. Так. Для больших расстояний мы можем сделать еще одно приближение. То есть вот r большое минус r маленькое по модулю мы приблизили так, что это r маленькое минус скалярное произведение n на r большое. То есть расстояние от точки источника до нашей антенны, оно зависит в первом приближении от проекции r маленькое вот на направление на антенну. То есть, вот если мы будем рисовать сферы постоянного радиуса с центром в антенне, то это будет практически плоскости, перпендикулярный радиус. Чем больше радиус, тем ближе они к плоскостям. Можно, конечно, пойти дальше в разложении вот этой штуки по r маленькому, вот этой разности r большое минус r маленькое. Дальше ее разложить по r маленькому, но дальше у нас опять начнут лезть множители единицы на r большое. А лишние множители единицы на r большое, они уже в волновой зоне не важны. Поэтому вот еще такое приближение делаем. И дальше мы уже под интегральное выражение разложим в ряд по вот этой вот, по этому скалярному произведению n на r маленькое. Так что еще раз пишу: приблизительно равно 1 на cr интеграл, первое слагаемое g r t минус r на c. То есть вот в этом нулевое приближение, лучше сказать, нулевое приближение, оно соответствует чему? Тому, что мы считаем, что разностью хода от источника до приемника можно разностями хода между разными точками источника до приемника можно пренебречь. Что все, вообще говоря, есть некоторая разность хода от разных точек источника до приемника. Приемник все-таки не точечный. И фаза отсюда и отсюда добегает немножко разная. Но мы вот разностью фаз, набегающей между разными точками источника, вот в этом слагаемом пренебрегаем. Видите, здесь везде взято одно и то же время. t минус r на c. Ну а дальше мы можем начать эту разность фаз учитывать, раскладывая в ряд вот по этому n на r. Так что следующее слагаемое будет... Плюс, так, n на r скалярно поделить на c. Ну а продифференцировать по nr на c, это все равно, что продифференцировать по времени. Видите? D по dt от g r t минус r на c. В принципе, этот ряд можно дальше продолжать, но мы сегодня ограничимся вот нулевым порядком и первым порядком
вот этого разложения, разложения по скалярному произведению nr. В нулевом порядке мы разность ухода вообще пренебрегаем. В первом порядке берем, учитываем вот линейную поправку по nr. Ну, давайте последовательно разбираться с нашими слагаемыми под интегралом. Ну, во-первых, посмотрим, что такое интеграл от g по d3. Я временной аргумент не пишу, но подразумеваю, что он такой же. Ну, можно написать как? Что g — это ρ, плотность заряда, умножить на v, на скорость d3r. Или давайте лучше так напишем. v ρ d3r, а ρ на d3r — это элемент заряда dq. И тут удобно, можно это сделать и для непрерывного распределения зарядов, но тут удобно предположить, что а пусть наши заряды дискретны. Тогда интеграл превратится в сумму. Интеграл по dq превратится в сумму по всем зарядам. Значит, vat на qat. А что такое vat? Vat — это rat с точкой, скорость. И вы видите, если мы d по dt вынесем из-под суммы, то под суммой останется rat на qat. Узнаете? Как называется? Дипольный момент. То есть получилось, что вот этот наш интеграл равен d по dt от g. Извините, от дипольного момента. То есть можно сказать d с точкой в момент времени t минус r на c. Теперь я вспомнил про наш аргумент. Ну, мы можем всегда так записать, что у нас вот есть плотность заряда и есть средняя скорость заряда. Тогда между ними такое вот соотношение. В системе отчета, где v равно нулю, там g равно нулю. А если это ρ движется, то вот будет как раз ρ на v. Когда мы выводили, что такое g, у нас эта формула была. Помните, когда мы писали действия для электромагнитного поля с источниками, то мы сперва источники расписали через сумму по зарядам, а потом ввели плотность заряда и плотность тока. И между ними было как раз такое соотношение. Так что вот первое слагаемое в нашем векторном потенциале. Ну, давайте я его здесь напишу отдельно. А дипольное от r большое, t большое, равно d с точкой t минус r на c поделить на cr, так, на c или, да, на c. Эта формула у нас была, когда мы решали задачу про гармонически колеблющийся диполь. Ну, там у нас были немножко другие предположения. Там у нас диполь был точный, а здесь у нас произвольная система зарядов и токов маленького размера. И на больших расстояниях вот главный член такой же. Теперь давайте разбираться со следующими слагаемыми. Нашего интеграла. Значит, интеграл единица на c, n на r скалярное произведение, d по dt, g r t минус r большое на c по d3r. Так.
Ну и первое, что мы сделаем, это посмотрим внимательно и скажем, что производную по времени можно из-под интеграла вынести. Поэтому единица на c d по dt. Я уже пишу полную производную, потому что по остальным переменным, кроме r, мы тут проинтегрируем по r маленькому. Значит, n на r g r t минус r на c d 3 r. Можем. На самом деле мы ведь вначале дифференцировали по nr, но заменили это на дифференцирование по времени. Ну, в том числе и для этого. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас это за интеграл такой вот остался. И нам дальше будет удобно его расписать отдельно, и опять-таки предположив, что у нас набор точных зарядов. И сделаем это, пожалуй, в тензорных обозначениях. Итак, вот этот вот интеграл. Ну, как-нибудь g2 его обозначим. g2 с индексом альфа. Тут он вектор, так что вот у него будет один свободный индекс. Здесь вот g2 вектор, а здесь g2 альфа. Значит, интеграл n бета на r бета на g бета по d3r. Но опять-таки, да, g альфа, спасибо. Значит, n бета, r бета, а g альфа это v альфа на ρ d3r. ρ на d3r это опять dq, элемент заряда. А интегрирование по заряду, как мы знаем, сводится к сумме по зарядам, если заряды дискретны. Поэтому пишу здесь сумму по всем зарядам. N бета, R AT бета. V это получается R AT альфа с точкой на Q AT. Временной аргумент я не пишу, он здесь везде t минус r на c. Так, что дальше? Ну вот, дальше у нас вот произведение r на r с точкой. Давайте я отдельно напишу r бета на r альфа с точкой. Что это такое? И напишу я это так. 1 вторая r бета на r альфа с точкой плюс d по dt от r бета умножить на r альфа минус r бета с точкой на r альфа. То есть согласны, что это тождество? Мы подобные выкладки уже делали, когда получали магнитный дипольный момент. Только там мы вот при усредняли по времени, вот это слагаемое выкидывали, а сейчас мы его оставим. Так что остается 1 вторая, давайте так напишу, r мю, r с точкой ню, дельта мю бета
дельта ню альфа минус дельта так ню альфа на дельта ню бета. Это вот эти два слагаемых. Плюс 1 вторая d по dt от r альфа r бета. Вот эта комбинация дельта символов, мы ее узнаем. Это свертка e mu nu лямбда на e бета альфа лямбда. Свертка двух e по одной паре индексов. Ну давайте мы переставим пару индексов там и там. E nu mu лямбда, e альфа бета лямбда. Вот это вот так вот преобразуем. И тогда первое слагаемое даст нам что? Е альфа бета лямбда на векторное произведение знаки. Ну, давайте векторное произведение R на R с точкой. Компоненту номер лямбда еще знак минус поставим. Ну-ка подсмотрю я, с каким там знаком это у нас должно выходить. Да, я зря здесь индексы переставлял. Лучше я здесь напишу бета альфа, а минус ставить не буду. Ну вот, плюс 1 вторая d по dt r альфа на r бета. Я тут не писал индекс а, который нумерует заряды. Ну теперь я могу вернуть обратно. Лямбду я на первое место поставлю. И тогда наш вот этот интеграл разобьется на два слагаемые. Так. N бета мы вынесем за сумму. И здесь у нас получится сумма по всем зарядам. QAT пополам RAT векторное на RAT с точкой компонента номер лямбда E лямбда бета альфа плюс N бета пополам сумма по всем зарядам. Так, d по dt тоже из-под суммы вынесем. d по dt. Сумма по всем зарядам. r at альфа, r at бета. А, на q at. Ну, вот эта вот сумма в первом слагаемом, это c умножить на магнитный дипольный момент. И, соответственно, тут магнитный дипольный момент с индексом лямбда. И, соответственно, магнитный дипольный момент умножается на n, мю на n. Порядок сомножителя определяется здесь порядком индексов. Ага. И вот наше. Это вот слагаемое вот из этого интеграла g. И, соответственно... Секундочку. Значит, здесь c сокращается, да там еще было единица на c. То есть вот вклад этого слагаемого дает нам следующее.
вклад магнитного диполя в излучение следующее. Это, значит, мю с точкой, момент времени t минус r на c, векторно на n, поделить на cr. То есть вот единица на cr. И вот из этой штуки первое слагаемое дало нам мю векторно на n. Момент времени t минус r на c, он везде один и тот же. Видите, векторный потенциал магнитного диполя, магнитного дипольного излучения, очень похож на электрическое дипольное излучение. Только здесь, видите, поворот на 90 градусов, вот векторное произведение вот на это n. Точка должна быть. Я вот считал этот интеграл, но перед этим интегралом еще стоит d по dt. Вот отсюда точка. Ну и посмотрим оставшееся слагаемое. Оставшееся слагаемое, ну давайте обзову его АК от РТ. Значит, единица на CR, дальше единица на C D по DT. Это вот перед этим интегралом стоял множитель. Потом у нас еще один раз d по dt здесь возникало. Так что еще раз d по dt. И под всеми этими производными стоит сумма по а, qat, rat альфа, rat бета. И сворачивается это все sin бета. И там еще половинка. Ну, давайте это немножко упрощать. Значит, единица на c в квадрате r. Так, еще тут знаменатели давайте напишем шестерку. Я здесь на тройку умножу, и здесь тоже на тройку умножу. Значит, n бета, вторая производная по времени. А сумма, вот я тройку умножил, значит 3 QA RA альфа RA бета. Здесь я вычту. Так, вот так только. QA. Вычту дельта альфа бета на RA T в квадрате и добавлю дельта альфа бета на RA T в квадрате. Тогда вот первые два слагаемых дадут квадрупольный момент. Но останется еще одно слагаемое. Мы его обработаем сейчас. То есть получилось q альфа бета на n бета с двумя точками на n бета. Две точки, это вот эта вторая производная по времени. Поделить на 6c в квадрате r. И плюс еще вот эта добавка, связанная с этим дельта-символом. Это будет n альфа на 6c в квадрате r на сумму по всем зарядам qat на rat в квадрате. Ну и от этого дела вторая производная по времени, от этой суммы. Так, так, так. Это у нас все с индексом альфа. Вот это вот слагаемое, оно, вы видите, оно направлено по радиусу. Видите, тут множитель n альфа. Это n бета свернулся с дельта символом, получился n альфа. И кроме того, оно не зависит от направления. Зависит только от модуля r. А если у нас векторное поле направлено по радиусу сферически симметрично, его всегда можно представить как градиент.
То есть это градиент от чего-то. Ротор от градиента равен 0, так что магнитное поле это член вклада не дает. Ну, или можно сказать, что можно убрать это слагаемое, сделав калибровочное преобразование. Мы же к векторному потенциалу всегда можем добавить или отнять градиент. Так давайте отнимем вот этот градиент, чтобы скомпенсировать это слагаемое и больше про него не думать. И тогда у нас остается вот квадрупольный потенциал. Давайте я его тоже выпишу. А квадрупольное равно, давайте так напишу, Q с двумя точками на N на 6 C в квадрате R. Все тоже берется в момент времени. T минус R на C. Я вот написал Q с двумя точками на вектор N. Это я имею в виду матрица Q с двумя точками подействовала на вектор N. Если хотите, Q с двумя точками на вектор n, это байесный вектор номер e, номер альфа, e альфа, Q альфа бета на n бета. Вот что это такое. Обратите внимание, что хотя магнитный дипольный момент дает вклад, похожий на электрический дипольный, а когда мы распишем поля электрическое и магнитное поля, то сходство между вкладами диполя будет еще больше. Только если заменить D на μ, то E превратится в B. А B превратится в минус E. Ну, обычная наша симметрия между электрическим и магнитным полем. Хотя вот эти вот вклады очень похожи между собой, но они относятся к разным порядкам нашего разложения. В нулевом порядке разложения есть электрический диполь, но нет магнитного. А магнитный диполь появляется вместе с электрическим квадруполем. Почему я это подчеркиваю? Потому что если вы в какой-то задаче смотрите последовательно вклады разных мультиполей, то если вы смотрите электрический квадруполь и магнитный диполь надо обязательно смотреть вместе. Нельзя взять один, а другой откинуть. Потому что они в одном порядке нашего разложения. И, в общем, можно уже на этом этапе догадаться примерно, что будет в следующем порядке, в следующих порядках разложения. А именно в следующем порядке разложения, во втором, будет уже присутствовать магнитный квадруполь, электрический октуполь. Квадруполь будет стоять под второй производной по времени, а октуполь легко догадаться под третий производный. Ну и так далее. Этот ряд будет продолжаться. И на каждом шаге у нас магнитные мультиполи от электрических будут отставать на один шаг. Потенциал векторный вплоть до первого порядка разложения, если считать диполь нулевым порядком, мы выписали. Теперь нам надо из потенциала получить магнитное поле. B волновое. Нас интересует только волновая часть поля. Потому что мы уже при выписывании потенциалов ограничивались волновой частью потенциалов. Соответственно, при выписывании поля все члены, которые спадают быстрее, чем единица на r, мы можем выкидывать сразу. Посчитать-то мы их можем, но поскольку мы членами такого порядка уже пренебрегали, то теперь нам придется пренебрегать. И давайте внимательно смотреть.
Вот как будет набло действовать вот на эти наши потенциалы? На наши... Это три слагаемых вот в нашем векторном потенциале. Ну, во-первых, здесь есть единица на r. Если единицу на r дифференцировать, то получится что-то пропорциональное единице на r в квадрате. А единица на r в квадрате... Так. Значит, это здесь у нас набло, а здесь у нас d с точкой плюс не с точкой. Плюс e альфа, q альфа бет, t минус r на c, на n бет. Поделить на cr. Так вот, дифференцирование знаменателя даст нам слагаемое пропорциональное единице на r в квадрате. Оно нас не интересует, потому что нас интересует только то, что связано с волной. Поэтому здесь, вообще говоря, это делать нельзя, но в данном случае, с учетом нашего приближения, мы можем ввести, втащить набло в числитель. Единицу на r вынести из-под производной. Дальше я вот тут вот выпишу n, как r поделить на модуль r. Это я специально сделал. Так вот, дальше у нас тут два раза присутствует вектор n. Его тоже можно продифференцировать. Он, в принципе, зависит от координат. Хотя я и подчеркивал, что вот в этой маленькой области он от координат зависит слабо, он почти постоянен. Ну и действительно, смотрим, если мы r поделить на модуль r будем дифференцировать, продифференцируем числитель, получим лишнюю единицу на r. Получим знаменатель, все равно получим лишнюю единицу на r. Так что можно дальше приблизительно считать, что вектор n постоянен. Учет зависимости вектора e, производных от вектора n даст нам члены, которые спадают быстрее, чем единица на r. Поэтому мы ими должны пренебрегать, потому что мы ими уже раньше пренебрегали. Так что дальше приблизительно равно единица на cr. И дальше мы можем считать n константа. А раз мы можем считать n константа, то получается, что дифференцировать мы можем только вот по тому r, который входит вместе со временем, t минус rc. Поэтому мы можем вместо набла написать минус единица на c d по dt и умножить на единичный вектор n. Векторно вот на всю вот нашу скобку. Так, давайте я еще раз вот это подробнее напишу. Вот n альфа действует на какую-то функцию а f от f. n альфа на f бета от t минус r на c на e альфа бета гамма. Вот я выписал ротор от какого-то векторного поля f, которое зависит только от f какой-то функции от t минус rc. Дифференцируем как сложную функцию. e альфа бета гамма df бета по dt, то есть по аргументу, и сам набло альфа от аргумента от t минус r на c. Производная от времени по координатам это 0. Производная от r
Это r альфа поделить на модуль r, то есть n. Получаем e альфа бета гамма минус n альфа поделить на c. Ну, давайте даже напишу полностью. d по dt от f. Так, f бета с точкой от t минус r на c. И получается векторное произведение от минус n поделить на c на f с точкой. Компонента номер h. У нас здесь, после того, как мы договорились, что n дифференцировать не обязательно, как раз такой случай. Так что в роли f выступает вот вся эта скобка. Перед этим я показал, что вектор n можно считать постоянным. Если нас интересует волновая зона. И тогда вот это частный случай этой формулы. Что наш ротор сводится вот к векторному умножению минус n на c на f с точкой. Вот. Ну и теперь я выписываю, что у меня получается. B волновое от r и t равно так, чтобы от минуса избавиться, я переставлю сомножители. D с точкой, с двумя точками уже, T минус R на C. Одна точка была, а вторая точка вот эта D по DT. Векторно на N. Поделить на C в квадрате R. Одно C было уже в знаменателе, другое вот отсюда. Дальше. Плюс мю с двумя точками от t минус rc векторно на n. И еще раз векторно на n. Поделить на c в квадрате r. Плюс так. Q с тремя точками на n. Q с тремя точками на n. Это матрица действует на вектор. Вектор на еще раз на n. Поделить на 6c в кубе r. Ну, тоже обозначу, что тот же самый момент времени. T минус r на c. Вот я выписал наше магнитное поле. Можно здесь написать не просто μ, а μ поперечное, и здесь d поперечное. Имея в виду, ну вот то, что я уже вводил. А поперечное это а минус n на а. Проекция нашего вектора а на плоскость, перпендикулярную единичному вектору n. На плоскость, перпендикулярную лучу зрения. Поскольку все равно тут у нас векторное умножение на n, то продольная часть вектора здесь d с двумя точками, здесь μ с двумя точками вклада не дает. И тогда вот это слагаемое мы можем расписать через бац минус цап. И у нас получится минус μ с двумя точками поперечное t минус r на c на c в квадрате r. Это минус ЦАП. Ну, бац минус ЦАП там у нас надо, чтобы бац минус ЦАП применить, надо в обоих скобках переставить сомножители. То есть можно сначала здесь написать n векторно на μ с двумя точками на c в квадрате на r. Я здесь два раза переставил векторное произведение. Так что два раза знак поменял. А потом вот уже бац минус цап дает нам это.
Ну а чтобы получить электрическое поле, вот у нас есть такая формула. Надо еще раз справа домножить на вектор n. Так что давайте выпишу еще раз магнитное поле и электрическое. Значит, b волновое от r большое t равно ну и, соответственно, E волновое RT равно. Так, я справа еще раз умножаю на вектор n по этой формуле. Соответственно, здесь в первом слагаемом у нас получится опять двойное векторное произведение с двумя векторами n. Его можно преобразовать так же, как я вот это преобразовал. Так что здесь будет минус D с двумя точками поперечный t минус r на c, на c в квадрате на r. А здесь минус мю с двумя точками поперечный t минус rc векторно на n, на c в квадрате r. А здесь плюс, ну здесь опять будет такое же двойное векторное произведение, так что я пишу минус q с тремя точками t минус r на c на n. И вот от всего этого берем поперечную часть. 6c в кубе r. Только обратите внимание, мы сперва действуем матрицей q с тремя точками на n, а уже потом берем поперечную часть. Вот от этого вот вектора, который получился сверткой, q с тремя точками и n. Ну и посмотрите, вот этот слагаемое в электрическом поле, дипольная составляющая в электрическом поле, оно с точностью до замены D на мю такое же, как магнитная дипольная составляющая в магнитном поле. Это вот как я вам и обещал, что магнитный диполь излучает как электрический, только магнитное поле становится вместо электрического. А вот это слагаемое на это похоже с точностью до знака. Почему с точностью до знака? Почему нельзя? Потому что у нас симметрия, если мы помните дуальность ходжевская, которую мы обозначали волной или звездочкой. В дуальном тензоре, там, где стояло Е, туда становится Б, а там, туда, где стояло Б, становится минус Е. Ну или, если хотите, у нас все равно E, B и N должны образовывать правую тройку. Поэтому если B встало вместо E, то вместо E должно стать минус B. Так что вот наше электромагнитное поле для вот первых мультиполей в волновой зоне. Но еще раз подчеркиваю, что главный член разложения – это вот электрический диполь. Первый, нулевой порядок разложения, а вот это вот первый порядок разложения. Далее нам надо посмотреть, а как у нас энергия уносится этим излучением. Ну, вначале давайте зададимся более простым вопросом. В каких направлениях энергия не уносится? Ну, вначале для каждого из
диполи из мультиполей в отдельности. Ну, видно, что вклад электрического диполя равен нулю, когда? Когда D с двумя точками параллельно N. Тогда E и B, вот дипольная часть, обращается вдоль. Таких направлений два. Туда и обратно, с точностью до знака. Когда магнитная дипольная часть обращается в ноль? Когда μ параллельно n? Таких направлений тоже два. Когда квадрупольная часть обращается в ноль? Ну, это когда вот этот вектор, q с тремя точками на n, оказывается параллелен вектору n. Тогда квадрупольная часть в ноль обращается. То есть получается, что квадрупольная часть обращается в ноль, когда вектор n является собственным вектором для q с тремя точками. Так что если у q с тремя точками все собственные числа разные, то будет 6 направлений, 3 собственных оси, каждая туда и обратно. Если у q с тремя точками одно собственное число отличается, а два других совпадают, то тогда у нас есть собственное направление, и перпендикулярная ей целая собственная плоскость. И тогда получается, что ноль будет вот по этому вот некоторому собственному направлению, туда и обратно, и ноль будет во всей плоскости перпендикулярной этому направлению. Ну и, наконец, может быть ситуация, когда q с тремя точками просто обращается в ноль. Тогда во всех направлениях квадрупольное излучение дает ноль. Ну, чтобы посчитать более тщательно, как же у нас уносится энергия, надо расписать вектор умоупойнтинга. C на 4π в волновой зоне мы его смотрим, так что E волновое, векторное на B волновое. Или с учетом того, что вот я написал, что n перпендикулярно, что e перпендикулярно b, они по модулю равны, это будет cn на 4π на e волновое в квадрате. Это вот в силу того, что между e и b такое соотношение. И в нашем приближении, когда мы будем возводить e в квадрат, получится, но 6 слагаемых. Квадрат каждого из этих слагаемых и еще 3 перекрестных члена. Скалярное произведение каждого на каждый. Если нас интересует интенсивность по углам, то надо взять наш вектор умоупойнтинга и скалярно умножить на элемент поверхности. То есть на d омега r в квадрате n. d омега r в квадрате — это элемент площади сферы радиуса r. n — это нормалька этой сферы. Если это подставить, то что у нас останется? N на n даст единицу. И останется у нас c d омега на 4π умножить на cr в квадрате на e волновое в квадрате. Ну вот у нас в волновом электрическом поле единица на r, возведем в квадрат, стало быть, будет единица на r в квадрате. И оно сократится. Как и должно быть, в волновой зоне поток энергии через сферы всех радиусов одинаков, но только со сдвигом по времени. Не забываем, что у нас везде здесь аргумент t минус r на c. Ну и давайте это распишем. Значит, d омега на 4π. Угу. Единица на c в кубе.
А здесь у нас минус d с двумя точками поперечная. Минус можно написать. D с двумя точками поперечная в квадрате. Это вот квадрат этого слагаемого. C в квадрате на R я вынес за скобку. Минус, так, плюс μ с двумя точками поперечная в квадрате. Квадрат этого слагаемого и квадрат этого слагаемого равны между собой. Поэтому я себе чуть-чуть жизнь облегчил, стал возводить в квадрат не эту штуку, а эту. Потому что они отличаются друг от друга поворотом на 90 градусов. Ну и так, плюс q с тремя точками на n поперечная в квадрате. Это, собственно, я выписал те слагаемые, которые отвечают интенсивности диполя или дипольных излучений электрического, магнитного и квадрупольного. Теперь перекрестные члены, попарные скалярные произведения. Это будет плюс... А, спасибо, спасибо. Должно быть. Должно быть 36 c в квадрате. C в квадрате на R я вынес за скобку, а 6C я еще возвел в квадрат. Спасибо. Наконец, перекрестные члены. Это вот удвоенные скалярные произведения попарные. Это будет два раза D с двумя точками скалярно поперечное на μ с двумя точками поперечное на N. Это вот это на это. Угу. Плюс. D с двумя точками поперечное скалярно. Q с тремя точками на N поперечное. Ну, впрочем, тут можно значок поперечного не ставить, потому что он есть у D с двумя точками. Если из двух если оба сомножителя надо спроецировать на какую-то плоскость и взять их скалярное произведение, то достаточно один спроецировать. Все равно тот кусок второго множителя, который поперек нашей плоскости, на которой мы спроецируем, вклада не даст. Он будет перпендикулярен первому множителю. И плюс q с тремя точками на n на μ с двумя точками поперечное на n. Ну тут опять-таки значок поперечное можно не ставить. Здесь, здесь и здесь. Потому что почему его можно не ставить? Потому что здесь смешанное произведение, здесь вектор n. А смешанное произведение параллельных векторов 0. Поэтому само смешанное произведение выделяет поперечную часть. А, спасибо, значит, спасибо, коэффициенты я забыл. Значит, здесь коэффициент в знаменателе. Так, 3c. А здесь коэффициент в знаменателе тоже 3c. Ну и вот, скобку закрыли. Вот первые три слагаемых, они все положительны. Точнее, не отрицательны. А вот четвертое, пятое, шестое слагаемых, перекрестные члены, их называют интерференционными членами. И они меняют свой знак. Они для каких-то направлений могут быть положительны, а для каких-то отрицательны. Причем мы увидим, что если проинтегрировать вот эти интерференционные члены по всему телесному углу, то они обнуляются.
То есть интерференционные члены, они не влияют на суммарную интенсивность, они только перераспределяют интенсивность по направлению. И если мы будем считать полную интенсивность, то есть нашу интенсивность проинтегрируем по телесному углу, тут у нас как раз есть множитель единицы на 4π, проинтегрировали по телесному углу, поделили на 4π на полный телесный угол, это получается усреднение по телесному углу. И стало быть, полная интенсивность это единица на c в кубе и среднее по телесному углу от нашей вот большой фигурной скобки. Ну и давайте займемся усреднениями по телесному углу. D с двумя точками поперечное в квадрате равно D с двумя точками в квадрате минус N на D с двумя точками скалярное произведение в квадрате. Если это усреднить по телесному углу, то первое слагаемое от телесного угла не зависит. Второе слагаемое расписываем через свертки. N альфа, N бета. D альфа с двумя точками, D бета с двумя точками. Они от угла не зависят, вынес из-под среднего. N альфа на N бета это 1/3. Дельта альфа бета. Было у нас такое упражнение. И в итоге у нас осталось 2/3 d с двумя точками в квадрате. Ну, аналогично мю с двумя точками поперечное в квадрате. Ну, с точностью до замены букв это 2/3 мю с двумя точками в квадрате. Так, вот квадрупольный член тут самое хитрое. Значит, среднее. Давайте распишем через свертки. Значит, это будет что? Q с тремя точками на n в квадрате минус Q с тремя точками на n скалярно на n в квадрате. То есть, чтобы написать квадрат поперечной части вектора, мы берем квадрат всего вектора минус квадрат его продольной части. Теперь расписываем через свертки. N альфа, Q с тремя точками альфа бета, Q с тремя точками бета гамма на N гамма. Это первое слагаемое. Вот один экземпляр нашего вектора Q с тремя точками на N. А вот второй экземпляр. И мы их сворачиваем, скалярное произведение берем. Минус. Вот эта вот скобка, это квадратичная форма. N альфа, Q с тремя точками альфа бета на N бета. Ее еще в квадрат надо возвести. Давайте я ее еще раз напишу. N гамма на Q с тремя точками гамма дельта на N дельта. Зачем мне понадобилось вот это так выписывать, а затем, что Q с тремя точками мы можем вынести за скобку, за усреднение, оно же от угла не зависит. Произведение двух компонент N мы с вами уже только что писали, а произведение четырех компонент N, усредненное по всем направлениям, у нас уже было опять-таки в том же упражнении. Так что продолжаем. Q альфа бета с тремя точками на Q бета гамма с тремя точками на 1/3 дельта альфа гамма. Это вот усреднил первое слагаемое. Минус Q с тремя точками альфа бета, Q с тремя точками бета гамма. И тут вспоминаю, 1/15 дельта альфа бета дельта, гамма дельта. Дельта гамма дельта плюс дельта альфа гамма дельта бета дельта плюс дельта альфа дельта дельта бета гамма.
Вот это слагаемое, где дельта альфа бета, можно выкинуть, потому что оно даст след Q с тремя точками. А след Q с тремя точками точно так же, как след Q равен нулю. А вот эти два слагаемых, они будут сворачивать между собой вот эти два экземпляра Q. С учетом того, что Q с тремя точками, как и Q, симметричны, то у нас что получится? У нас получится Q с тремя точками альфа-бета на Q с тремя точками альфа-бета. Одна треть, это вот из первого слагаемого, минус 2 пятнадцатых. Это из второго слагаемого. Так, 1 треть минус 2 пятнадцатых, это что? Это 5 пятнадцатых минус 2 пятнадцатых, 3 пятнадцатых, то есть 1 пятая. 1 пятая q альфа бета с тремя точками на q альфа бета с тремя точками. Вот, посчитал. Теперь мы можем уже выписать полные интенсивности для каждого из наших трех мультиполей. Итак, полная интенсивность дипольного излучения. 2 на 3 c в кубе, d с двумя точками в квадрате. Ну, разумеется, в момент времени t минус r на c. Полная интенсивность магнитного дипольного излучения. 2 на 3 c в кубе, μ с двумя точками в квадрате. Тоже в момент времени t минус r на c. И полная интенсивность электрического квадрупольного излучения. Так, здесь у нас было 1 36 d на 5 умножить. Это 1 180. Так что получается Q с тремя точками альфа-бета на Q с тремя точками альфа-бета поделить на 180 C в пятой. Разумеется, все в момент времени T минус R на C. 180 это 36 умножить на вот ту одну пятую, что я, на одну пятерку, что вот я здесь получил. Так, ну давайте посмотрим повнимательнее, почему у нас интерференционные члены дают 0. При усреднении по всех направлениях. Вообще они не 0, но при усреднении дают 0. Смотрим вот на это слагаемое. Оно линейно по n. Когда мы будем его усреднять по направлениям, усреднять надо будет только n. N в первой степени. А n в первой степени среднее по всем направлениям, это 0. Берем это слагаемое. Здесь мы одно n видим, и еще кое-что спрятано в значке поперечное. В значке поперечное два слагаемых. Одно нулевой степени по n, другое квадратичное по n. Так что если это расписать, то будет два слагаемых. Одно первой степени по n, другое третьей степени по n. Но n при усреднении по всем направлениям дает 0. И произведение трех компонент n, усреднение по всем направлениям, тоже дает 0. Ссылаясь на то же самое упражнение. Опять все получается хорошо. Остается вот это слагаемое. Значит, Q альфа бета n бета мю. Давайте альфа лямбда n лямбда мю бета n гамма на e альфа бета гамма. Вот это надо усреднить. Оно квадратично по n, но что у нас? У нас тут e еще присутствует. E альфа, бета, гамма, q
альфа лямбда мю бета, а средняя от n на n даст нам 1/3 дельта лямбда гамма. Сворачиваем и находим e альфа бета гамма на q альфа гамма на n бета. Видите, e антисимметрично, а q, извините, q с тремя точками, разумеется, но это тут не важно. Q с тремя точками симметричная матрица. Сворачивая симметричную матрицу с антисимметричным тензором E по двум индексам, мы неизбежно получаем 0. Потому что при перестановке этих двух индексов с одной стороны должен поменяться знак, с другой стороны ничего не должно поменяться. Поэтому это дает нам 0. При усреднении. Так, ну скажу несколько слов про диаграммы направленности. Значит, диаграмма направленности, это мы берем точку и откладываем из этой точки во все стороны отрезки, которые пропорциональны интенсивности излучения, идущего в данном направлении. То есть, если бы у нас излучение шло одинаково во все направления, то у нас бы диаграмма направленности была шариком. Но у нас не так. У нас если брать дипольное излучение, ДИ дипольное, оно пропорционально синусу в квадрате тета, где тета – это угол между d с двумя точками и f. Соответственно, диаграмма направленности как выглядит? Вот такая вот восьмерочка, только это не объемное тело. Вот эта ось – это направление d с двумя точками. И вокруг этой оси надо завращать. Получается что-то типа бублика без дырки, с дыркой нулевого радиуса. Конечно, в сечении трубка этого бублика не круглая, но вот похоже на бублик без дырки. То есть вот по этим направлениям излучения нет. Для квадруполя, если квадруполь аксиально симметричный, то у нас будет синус в квадрате тета умножить на косинус в квадрате тета. И получится вот такая вот фигура с четырьмя лепестками. И если есть аксиальная симметрия, то надо вот вокруг оси симметрии эту фигуру завращать. Вот такую вот бабочку. Для магнитного диполя не рисую диаграмму направленности. Она такая же, как для электрического диполя. А если взять интерференционный член электрического диполя с магнитным, то тут оказывается, что у нас вот есть выделенное направление, это векторное произведение мю с двумя точками на d с двумя точками. И в этом направлении у нас интенсивность положительная. И в соответствующем полупространстве, которое соответствует положительным проекциям на векторное произведение мю с двумя точками на d с двумя точками. А в другом полупространстве у нас отрицательная интенсивность. Так что видите, если брать в отдельности какой-то мультиполь, то у нас получаются всегда симметричные картинки. Туда и обратно интенсивность одинаковая. А за счет интерференционных членов можно добиться того, чтобы туда и обратно интенсивность была разная. Вот это вот. В ту сторону усиливает интенсивность, ту гасит.
отрицательной интенсивности не бывает, просто эта вот отрицательная интенсивность, она сложится с интенсивностями от других мультиполей и их отчасти погасит.